Всем добрый день, милые дамы, уважаемые подписчики, с вами Ольга Ищихи. И сегодня, как и обещала, розыгрыш. Итак, комментарии под видео от 8, вот, от 6.08, новая жизнь со вторника. Эти комментарии сегодня участвуют в розыгрыше. Итак, при помощи рандомайзера сейчас победителя или победительницу определим. Итак, копируем ссылку. И так, чуть-чуть сюда. И вот у нас рандомайзер, с помощью которого, я очень надеюсь, мы сейчас определим победителя и победительницу. Или победительницу. Итак, количество победителей 1. Выбираем победителя. Загружаем. И у нас победительница или победитель. Сейчас смотрим, что написали. Диета – это вредно. Нужно просто сбалансированная еда, ну и не переедать. Вот так вот. Поздравляю победительницу. И сегодня призами. Вот. Или такая вот бабочка. Сейчас, девчонки. Или вот брошь винтаж. Итак, бабочка, еще раз покажу, это брошь handmade, чуть-чуть уберу, отсвечивает, так, бабочка, брошь handmade, тут гальваника, вот, гальваника есть, но это не заводская брошь, сейчас, девочки, я попробую чуть-чуть ближе, вот так вот, так бабочка будет понятней, она есть на Инстаграм, ну не она, а фотографии бабочки есть на Инстаграм, обратная сторона показываю, вот такой замок, крючок, вот игла, итак, такая бабочка, можно выбрать или бабочку, или вот такая брошь, это уже винтаж-привинтаж. Тут шомпольный замок или замок-тромбон. И даже втулка на месте. Брошь потертая, сразу показываю. Доставка бесплатна. То есть за подарок вы ничего не платите, понятное дело. Итак, победительницу поздравляю. И сейчас, вот, найду, кто же это, такой комментарий мне написал, и вам скажу момент. Вот так, девчонки, вот видео от 6.08, а вот комментарий, диета это вредно. Вот, пожалуйста, победительница, 5 дней назад написавшая мне такой комментарий. Пишите мне в личку, и я вышлю вам подарок. И еще раз, девочки, подарочки. Вот. Ой, промахнулась. Или брошь такая вот, или бабочка. Ну что, еще раз поздравляю победительницу. И до нового розыгрыша, девочки. Всем прекрасного настроения. С вами была Ольга Ищихи. Пока-пока.